Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Для токарных проектов, где эпоксидка будет еще замешана, потребовался мне небольшой кондуктор. Буду его делать из сосны. Что буду делать, вы уже знаете. Если кому интересно как, то оставайтесь. Не думаю, что видео будет длинным. Все приемы работы покажу. Для начала надо вот это мне все отстрогать, отрисмусовать. Ну и потом уже на торцовочную пилу пойдем. В роли рисмуса у меня будет выступать этот же самый станок, который вот в рисмус перестраивается буквально в пару движений. Единственное неудобство, что приходится стол опустить. Это у вас кружка-приемник туда просто не перевернуть. Но это недолго. Заготовки мне нужны длиною 250 мм. Поэтому сразу их отторцую на торцовочной пиле. Блин, сучок рядом. Давайте, небольшой запасик есть. Чуть-чуть передвинусь. Миллиметров за раз. Ну это Девальт, детка. Так, ну и перед тем, как тут другие действия проводить, сделаем еще один кондуктор. Ну то есть, как бы это каламбурно не звучало, кондуктор для кондуктора. Установим ограничитель пропила. Пропил установим немножко глубже, чем серединка, так как диск здесь круглый, и где-то на заходе и на выходе он может не на всю глубину пропиливать. В этом, значит, есть нюанс. Вот так поставлю, чтобы этот брусок еще и как жертвенная деревяшка была, а не просто как кондуктор. Ну вот видите, о чем я говорил. С этой стороны пропил больше, с этой меньше. Так устроен мир. Делаем здесь отметочку. Пятнадцать миллиметров от ширины пропила. Ну, именно такой будет кондуктор в дальнейшем, да. Хотел делать 10, но что-то это слишком чистить надо. 20 уже вроде крупновато. У меня не все отходы подходят потом под 20. А вот 15 в самый раз. Чтобы этот кондуктор работал как кондуктор, сюда еще поставим такой зубчик. Ну тут не важно, насколько он выступает.
Главное, что он выступает немножко вперед. Устанавливаем пильный диск, вернее кондуктор, в размеченном нами месте. Блин, и каким-то образом его надо зафиксировать. Что-то с самого начала я про это не подумал. Но слава богу, тут есть заводское решение. Первые пропилы делаем 10 мм от края. Но остальное уже буду ориентироваться по зубчику. Ну, идея, надеюсь, понятна. Вот так. Далее пилим теперь ламельки на ленточной пиле. Пилю их чуть шире, чтобы потом можно было на барабанно-шлифовальном их откалибровать. Мне нужны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 и 12, 24 штуки. Да, именно вот так делают расчески. А вы как думали, а? Вы удивитесь. С одной палки все напилил. Вот смотрите. Сломалась только одна загаулечка. Ну и то, если сейчас цианакрилатным клеем это подклею, то с ней будет все в порядке. И не хватит. А пока... их все шлифую. Шлифую до толщины пропила. Они же теперь у меня должны соединиться вот так. Это надо только все аккуратненько делать. Пока это не собрано в такой кондуктор, легко каждый зубчик можно отломить. После шлифовки надо теперь аккуратненько сложить в этот кондуктор. Ну, складывается вот по таким же правилам. Только аккуратно, ничего не отломить. Сразу и с этой стороны одну поставлю, чтобы дважды не собираться. Торопился это сделать по-быстренькому. Ну, все процессы прям один за одним, даже на обед не ходил еще, потому что в разобранном виде эти ламельки, может, начнет что-нибудь гнуть тут, а в собранном виде уже их не согнет. Да, их, конечно, придется закрепить. Сейчас покажу, как. Это будет такой кондуктор навечно, пока не сломается. Потому что многие, бывают, просят какое-то изделие повторить, особенно из эпоксидки. Прям стопроцентное совпадение, ну, нереально как бы сделать.
Ну, на 99% повторить изделие всегда можно. Так, ну и сюда теперь вставляем. Ровно 29. И так ровно 29. Закрепить можно цианокриолатным клеем. Нужно в каждое перекрестие капнуть. И активатор. Ну, остальные уже за кадром прокапаю. Можно, конечно, и секундным клеем прокапаться. Но мне кажется, такой гелеобразный для этого лучше подходит. То, что потом здесь будет малюсенький такой бугорочек, вообще не важно. Это вообще не критично. Как буду потом этот кондуктор использовать, покажу, конечно же, в одном из последующих роликов. А пока... Всем, кому информация была полезна, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Всем пока.